Так, народ, ну чё у нас тут интересного? А, точно, клад. Да, пойдем копать клад. Вот сюда бежать далеко довольно-таки. Я не хочу на мопеде ехать туда. И на мопеде смотаться. Кстати, какой черт он на мопеде, я поеду. Погорцуем, как погорцуем. Так, и надо, кстати, посмотреть, мы турели делать можем. Да уж. Так, автоматическая турель. Что нам для нее надо? Мусор, масло. Датчик движения. Части дробовика 4 штуки. Так, к примеру. ПП турель. Чанг турет. М62. Ух ты. А это 7,62, нет, есть еще и 9 миллиметров, да? Это просто роботизированная пушка. Ясненько. Что за умение мне нужно? Ага, конструктор роботов. И почему мне кажется, что это просто тупо джанг турет, не то, что я ожидаю. То есть только два робота, возможно, будут эффективно работать. Ну почему? Слушай, ну фиг его знает. Здесь по патрону, если посудить, то мне явно не два нужно будет, а побольше. Я как-то поражаюсь. Хотя я могу 9-миллиметровок напихать. Ладно, будем смотреть потом, когда я что-то изучим. Так, топливо у меня здесь практически под фулочку, да? Да. У меня аж энергоэкономный режим. Кстати, в Darkness Fall я поставил эти. Электроника, ой, ну эти. Работали нормально. А что ж ты постоянно падаешь? Блин, тут подножки у него, может, как-то и вытащить ее надо. Бы больше карт кладов, было бы немного поудобнее. Ну да, по этой местности только и кататься. Так, пиво, кофе с собой взяли. О, посмотрим. Я что, в зимнем бионе ты ни разу не катался? Ой, как интересно. А, все одинаково, да. Большой разницы-то тут нет. Так, посмотрим, что здесь в кладах. Это вот тоже очень любопытно. Ну, потом пойдем рейдить домики. Я смотрю, горы здесь везде, блин. Чуть-чуть не прокатишься. Что-то, если задавать ручную генерацию, я посмотрел, то... Можно вообще все горы убрать. Сделать одну большую равнину. Это что за нахрен такой? Робот?
Серьезно, робот? Мы его еще разобрать можем. А, после него еще и сумочка остается, ты посмотри. Да ни хрена себе, что это такое вообще? Забавно. Да нет, это... Даже не знаю, как сказать правильно. Вот, блин, пошла, ура. А, то есть на снег это не влияет, смотри. Так, а для кого я этот окоп вообще копаю? Ну ладно, снежок пусть будет. Все сбежались, да? Ну, вроде тишина и спокойствие. Угу. Так, погоди. Ладно, сейчас посмотрим, что здесь есть, во-первых. Мне интересно, а Darkness Fall у нас есть турель под лазерку? Хотя да, там вряд ли. Патронами беда обычными. Угу. Ну, нормально. Ружья, а так это что за хрень? Части стальной... Ой, господи. Да, стальной кастет мне только, блин, и нужен был. Так, а если я его сейчас заберу? То есть он у меня сразу с модификацией. Вообще охренеть, слушай. И с модификациями, и с топливом. Ля, какая-то халява-то. Так. Где у меня копировать? Давай, вставляйся, блин. Микрофон она мне включает. У нас микрофон. А, у нас микрофон новый. Ух ты, ё. Надо вообще это отключить. Я Ctrl-V вставляю. Уже давным-давно. Так. Так.
Давай-ка посмотрим для начала, что у тебя есть в инвентаре. Продадим тебе. Так, насчет роботов я как-то не уверен, что вообще стоит парить себе голову. Так, 5% больше выгоды. Для начала вот что прокачаем. Потом вот этот. Это мне будет понужнее. Но меня интересует вообще-то долбатель. Это уже потом качаем с драгоценной добычей. Окей. Да, на торговлю у меня хоть сейчас и много чего завязано, но... Это не главные скиллы и перки, которые мне пригодятся. Так, можно пару прожекторов взять. Вот, роботизированный молот. Нет, мне пушка нужна роботизированная. Полезный кастет, даже книг нет никаких полезных, да? Витамины. Да, всякая хренотень. Так, это у нас АМА-45 и GPI. Ох. Да, они не очень-то и дешевые, тебе скажу. Так, части ружья, кстати, можно было бы прикупить. Автомат. Охотничье ружье у меня и так 5 уровня. Покруче что-нибудь можно. Thanks for letting me take care of you. And tell your friends. А да, кстати. Работа есть. Принести, очистить. Можно очистить зомби, сбегать. Each day is a blessing. Так, вот клей я, кстати, возьму. У меня клей всего 50 штук осталось. Значит, клей у меня беда. Химическую станцию надо сделать. Блин, облом. Так, ничего полезного не вижу. Мог бы и товар подобновить. Я полагаю, так не до хрена тут клиентов. Red Hat Thunderbus. Тебя тут так бродит. Еще один. Чертеж на это же. А. Еще один. Тот же. Ну ладно. Ночной сталкер. Как интересно. Тема Бурова. Я уже в этой игре после того, как кричалки как на срачку бегают на вур, им давным-давно не пользуюсь. Смысла в этом, мягко сказать, нету. Thanks for shopping here. Come again. Так, работа. Закопанные сокровища. Так, тут у нас два брата-близнеца, надо не забывать. Ага. То есть надо к одному ходить брать задание. Потому что здесь
Тут какая-то бредятина. Привет, зубастик. Так, какашка третья. Ну, что-нибудь получше дать. There's always Shamway up the road. You can try loot. Так, становимся умней. Хотелось бы мне в это верить. Жесть. Я с лука в этом моде, пожалуй, на лет 200 настрелялся вперед. Не на 200, но на весь сезон точно. Ага, книжечки нам еще постепенно дают по чуть-чуть опыту. Ладно, пошли посмотрим, что там у этого колбодятла. Если у него закопанное сокровище, как раз проверим тогда, если будет. Тянуться ли задание? Нет. Ладно. Где у нас закопанные припасы? Так, здесь нам лучше пробежаться, потому что мы еще и ресурсы собираем. Добавок попрошу. И ресурсы тут лишними не будут. Так, слушай, походу у нас здесь респаун машин реально каждый день. Нет, здесь я просто, видно, не был. Хотя я в этом не уверен. Сижу, думаю, я вообще по этой дороге бегал. Нет, я здесь бегал. Погоди-ка. Вот одна машинка зареспаунилась. Карик завалил девоньку. Респаун у меня здесь, если я правильно помню, вообще был отключен. Респауна в домах, как видишь, вроде бы нету. Тут вообще непонятно насчет респауна. Вот машины это респаунились, которые я разбирал. Ну, в принципе, да, я говорил здесь после того, как я обновил, получается, респаун этих предметов это каждый день идет. Я не знаю, как к этому относиться, но видно, для чего это сделано. Нет, не очень-то и устраивает, если честно. Да, забор здесь, конечно, такой, что ж, капец. Ладно, сваливаем отсюда. Толку здесь бродить я не вижу. Понятно, что респаун здесь завязан-привязан. Довольно сильно каждый день.
То есть, в принципе, здесь территорию изучать ради ресурсов не надо. О, еще одна карта клада, неплохо. Ну, 10 карт кладов — это, мягко сказать, редкость. А, вот. Я повысил падение шанса только с боссов, в принципе. Сейчас смотрю-то тут боссов, мягко сказать, до хрена. Здесь обычных зомби нету. По всему. Это немного странно, кстати. В этой игре бегают сплошные зомби-боссы. Серьезно? Вот обычные зомби-боссы. Да. Здесь, конечно, надо будет что-то придумать. Нет, не со всех падает. Посмотрим. Я выставил, чтобы зомби-боссов именно вот таких вот падало. Один к трем примерно. Да, вот зомби-боссом должно относиться 1 к 3. Но как это здесь будут работать, я тебе сразу скажу, я без понятия. Потому что Darkness Folly, он вчера ночью там пока то, пока все делал. Да, это вот откуда команда, Loop Drop Pod, из-за Darkness Folly. Потому что мне там сказало, зомби начало валиться, мне пришлось половину сокращать. Упадение лута. Я починил после того, как электрический забор, мне там пришла ходячая орда ночью, там вся сдохла, эти сутки немножко охренели в количестве. И говорит, это вот рандом так работает, я вот что рандом не люблю. Надо делать так, чтобы, к примеру, каждый там 5-й, 10-й зомби давал сумочку. Все. Нет проблем. Из-за этого ихнего рандома дурацкого получается, что либо ничего, либо потом все. Ну, это... Ну, конечно, по моему мнению, но глупость еще ужасающая. Их уже не придумаешь.
Где? Она орёт, но не кусает, понял. Не, ну в принципе, видишь, сумочки-то падают. Не скажу, что часто, но нормально. Хотя, возможно, я подурежу это немного. А, блин, вот теперь ищи эту сумочку, да? Он где-то там был. Здесь очень много травы, кстати. Мягко выражаюсь. Не, в этих лесных условиях, если убивать зомби, тут вообще ничего не разглядеть, да? Услышал сумочку, надо бежать. Дерьмо какое. Сумочку не видели? Ну, маленький, тут безопасно его убивать. Я хочу много-много железа, много-много стали. Доделал, кстати, Darkness бункер, потом покажу. Я еще подумал, как эти серии запускать. Наверное, как они идут у меня, так и буду их запускать. Вы хоть понимали, почему я то говорю про Darkness в Warzuki, то в Darkness в Warzuki говорю. Undead Legacy, к сожалению, не будет. Блин. Этот дядя с разрывным экономом как бы не нужен. Так, я вообще-то далеко от города. Какого тут черта так много зомби? Не, дроп-лут, как говорится, менять не надо. Тут, это говорю, тут рандомно. Здесь можно выставить 0.9, у тебя не будет, ну, танц 1 это всегда выпадает. 0.9, к примеру, там выпадает. Ну, с 9 выпадет, с 10 якобы нет. На самом деле здесь может быть так, что со стати выпадет либо один, либо ничего. Битых зомби одного типа. Так что здесь довольно-таки странно, тупо, сложно, это я бы сказал.
стрижи, конечно, это железо просто до усрачки. Они еще и спавнятся постоянно. Но это... Надо вот посмотреть и спаунинг поставить хотя бы, я не знаю, там. На дней 20-30 или вообще убрать его. Мало того, что я тут стреляю по одному патрону, так простите меня. Ой. Этих патронов еще до одного места. Да. Кто-нибудь еще там тише воды, ниже травы может бежать ко мне? Пламя голову. Видимо, нет. Вообще-то с этих должно выпадать чаще, чем с других. Вот тебе ответ, как это работает. Полагаю, глину здесь проще будет, блин, покупать. Такс. Двадцаточка. Ладно. Я там кому не помешал. Да, я же забываю, что здесь мне не Darkness пол. Ладно, найдем еще руду, надо жилку одну подобалить. Я сейчас, да, скорее всего, после этой серии посмотрю файлы. И поставлю респаун delay. Пошла ты нахрен, летающая хренотень. Мне немного вот эти огненные в ужас сбивают. Всадник апокалипсиса прям. Ядрит налево, нашел что-то придумать. Огненных вы лучше не ставили вообще. Так, ну в принципе... Так, тут тоже 10 минут действует стимулятор. Погоди, а где у нас? Вон Херсти был 5 минут. Знаете, Рейна Херст много очень всего добавлял, но самый прикол в том, что там бэтпак был, но
Для этого мода, мягко сказать, маленький. Так, ладно, лопатку убираем, ставим топоридзе. Немного еще деревьев надо подколупать. Тут деревьев здесь прям таки нету. Да, но здесь есть Long Turret 762. Так, в принципе, я ради интереса могу попробовать вытащить с креатива, посмотреть, Long Turret будут работать. Стоит ли вообще эти перки прокачивать? Видишь, не падает ничего. Это работает, народ, очень странно. То есть то падает, то не падает. Да, у меня нормально выставлены параметры. Все равно тут хрен без бутылки разберешься. Просто, возможно, у меня есть и выключено, хотя я не знаю, как это прописано, ладно. Добежим, дадим задание, я потом покопаюсь в файлах, посмотрю, что это ерундой делать вообще. Так, мы, в принципе, наелись, и давай напьемся. Респаун каждый день, ну, это нехорошо. Меня не устраивает. Ты где мне этот файл еще найти? Вот в чем вопрос. Потом пойдем по заданию очистить зомби. Мне потом надо будет свалить на пробежку. 2 часа, сейчас только 12, может, пару серий засниму. Не смотри на меня так. Нижнее белье можно было и покрасивее надеть. Ну, блин. Вот вообще-то с этого второго должен был упасть друг. Упал? Правильно. Почему? Угадывай. Погоди-ка, это не животина. Thank you.
Это было явно, бляха, не на скафе. Я думал, там песик опять, а не эта хрень взрывающаяся. Тут на тебе, давай. У меня пукан горит. Тут точно верное выражение. We sell only the best merchandise. Так. Так, ну здесь зомби, смотри, тупят так же, значит, надо будет делать забор. Так, мне вообще еще что-нибудь выпадет? Ну ты хрен там. Что, тоже каждый день сегодня нет? Каждый. Ладно, народ, в следующих сериях увидимся. Сейчас я залезу, попробую что-то с этим дропом сделать. Это потому что, ну, нифига не дело. Ну, не дропом, фу ты, блин, а с этим респауном.